Друзья, всем привет! Вы на канале Мистер Эндрю, и я продолжаю играть Mortal Kombat Mobile и проходить башню Сирой Рю. Так, ну что, ребята, мы, в принципе, начнем ролик сразу с прохождения этих трех боссов. Посмотрим, какая снаряга с ним на них стоит. Это клинки Муромасы и кожаные наручи чемпиона, четвертое слияние. И воспоминания выживших уже имеет карточку 10-го слияния. Это уже четно, зачетно даже. Клинки Муромасы, четвертое слияние у порождения ада, кожаные наручи первого слияния, адские цепи 10-го, ну да, и стоит кунай Сирой Рю, это родное снаряжение Скорпиона. И последний у нас Ханза Хасаши. Клинки Муромасы и кожаные наручи чемпиона, четвертое слияние и пожарный колокол. В принципе, для этого боя до 80-го эта снаряга очень зачетная, очень мощные боссы. И я, конечно, буду пытаться разнести, блин, ну три попытки, конечно, будет много с моей командой, но я попытаюсь, наверное, за две попытки. Так, ну, расскажу о своей команде, Лю Кан. Почему я им пользуюсь? Потому что он с самого начала оглушает противника. И есть шанс, что он нанесет довольно-таки большой урон. Так, и второй персонаж, о котором я хотел бы рассказать у меня в команде, это ударная группа Джонни Кейдж. У него стоит снаряжение, с которого я выбил с башни Черного Дракона, это бензопила кочевника. В принципе, это дает ему скорость и увеличивает дамаг. Также у него стоит снаряга, при помощи которой первый спецприем увеличивает урон. И, в принципе, вот так он будет разносить всех персов. Это мой самый главный дамагер и, в принципе, один из любимых персонажей. Третий персонаж ударной группы Кейси Кейдж. Она входит в игру, во-первых, она замедляет, во-вторых, она истощает противника, не дает нанести какие-либо спецприемы. И да, я на нее поставил два блокбрейкера, при помощи которых она очень клево и очень сильно дамажит своих противников. Вот как сейчас, будем смотреть и наблюдать над этим боем. Смотрите, он даже не дает поменяться. Ну, попробуем нанести Лю Канам более урон, чтобы на следующую битву осталось поменьше. И мои прогнозы, я так думаю, все равно я эту команду со второго раза, со второй попытки осилю. Так, ну все, 18 секунд не хватило, чтобы продамажить еще этих персонажей, боссов. Так, что мы получаем? Мы получаем золотишко, добавляем в нашу копилочку. У нас уже 8 и 3 восьмерочки. Так, ну что, одного перса мы уничтожили, остались двое. Ну все, начнется битва. Блин, и что-то так быстро мы сливаем первого персонажа. Но у меня остались два главных дамагера с этой ударной группы. В принципе, я думаю, затащу ими. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs.
slugs on my gunners. Yeah, we some warriors, they ain't caught on us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strength, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would, and now I'm running. Блин, чисто дважды собирается нас продамажить, и я первым спецприемом наношу ему урон. И, блин, не дал мне смениться на кейсе, я думал его замедлить и стащить, и с помощью кейси кейдж я думал, я его и вынесу, но не получилось. Эй, ты куда, блин? Так, хорошо, что срабатывает костяной щит. Но, блин, почему-то у этих боссов, когда они оглушают, блин, оглушение так долго длится. Вот она, получается, истощает, замедляет, и все, первыми спецприемами начинает дамажить противника. Блин, если честно, раньше я не обращал внимания на этого перса, сейчас он начинает нравиться. Ну, не он, а она. Cover the map and still ain't nowhere you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood on my hands, got slugs on my gunners. You'll be notorious, we ain't on runners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. You'll be some warriors, they ain't got gunners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. Gunners. Так, ну что, друзья, нам остается все-таки побеждать, стараться. Нам осталось 12-11 секунд и все, победа. Ждем награду. Так, ну и что мы получаем? Мы получаем за этот офигительный бой Кота Ликан, Бог Солнца. У меня он 5-го слияния. Сейчас уже 6-го. Следующая битва. Но у нас следующей битвы не будет. Мы закончим ролик именно на этой ноте. И, ребята, кому понравился этот ролик, это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте прожать колокольчик для того, чтобы приходили уведомления о моих новых видосиках. Пишите в комментариях и всем пока-пока.